Чё, люди? Братты? Я слеп. О, господи. Страшно так. Вот. Ладно. Всё. Подожди! А! Йо! Бля, как страшно. Стой! Ой, чуть не ушатался. Ой. Давай, давай! Вот где дерево. Итак, старт есть. У меня уже руки забились, если честно. Фу. Пишите хоть в комментариях, раз уж я попадаю к блогеру. Как я еду? Лучше или нет? Что, такой-то затык?
Бля, Руслан! Спасибо. Ага. Справа и туда, ну потом. Ой, я проехал этот. Прыгнул. Ой, я, бля, так срал. Я думаю, все, сейчас закончится. Я так приземлился, шлем вот так опустился, ни хера не вижу. Страх. Бревна воткнулся сразу. Ковзда. Чуть-чуть это. Судорога две ноги. Руслан, спасибо. Вообще спасибо. Давай. О, подожди.
Сука, пизда. О, где-то отдохнуть. Так, что, ничего не сломал еще? Сейчас, подожди. Вот выпендрился, я тоже так могу. Ух ты, бля. О, у меня передняя. Так, у меня переднего тормоза больше нет. Глушим. Подожди! Подожди, едет профи! Ух ты, бля! Минчик начал отказывать с начала его головы, так сказать. Вилка, теперь тормоз. О, горочка, конечно. Извините все, кого я там пинал, ударял, я не знаю. Все, что я с вами делал, простите меня. Простите, кого я там? А? Я кого-то уронил там нечаянно. У меня тормоза нету переднего. Тормоза нету. Поехал. Так, B1, B2. Зеленая. Забыл про стрелки совсем.
оглушил. Стоять! Сейчас, подожди. Надо. Подожди, подожди. Спасибо. Страшно. Ой, ну этим меня не напугаешь. Напугаешь. Он, походу, устал не меньше меня тягать. Минщик должен комплектоваться двумя гонщиками. Чтобы один тягал, ну и другой тягал. И ехали как-нибудь вдвоем. Какая третья? Тут вторая, бля. С моей скоростью. Ну что, пока я не ушатался. Есть у меня один человек, которому я не имею права не передать привет. Даже не один. Но один заслуживает отдельного. Сергей Рубан. Привет. Люди, если вам нужна качественная электрика, монтаж. Номер наизусть я не помню. Ну, как бы и не обязан. Он мне не перезванивает, когда я ему звоню. Но электрику делает хорошо. Да тошно. Второй привет передаю, вернее, первый нужно было жене передать, но я уже ее видел, упоминал, так сказать. Второй Сергею Рубану. Третий, Руслан, тебе. Если бы не ты, я бы не участвовал здесь. Не страдал бы на этих бревнах. Я бы не участвовал во всем этом. Так, кого забыл? Лёшка. Лёшка, передаю тебе привет. Очень жаль, что ты не попал. Я бы ехал за тобой, снимал, как ты плохо едешь. Ладно, он хорошо едет. Короче, я как бомж. У меня есть своего только
перчатки и камера. Ох, сейчас горочка, а нет. Меня преследует зеленый шершень. Мой конкурент. У меня, кстати, тормоз появился. Так. Ух ты! Это был напиток. Тормоз не успел нажать, представляете? Господи! Что за дикий подрыв у этого минчика? Редко. Я слишком широкий. О, здесь Александр Лукашенко разбил фару. Хороший Лукашенко. Неплохой. Судороги сводят. О. О, господи, боже мой. О. Морчики. О, вообще кабзда. Если бы не ты, я бы еще там был на горке. А мы Максима обогнали, не знаешь? Вот гад. Спрытный жёжик. Какой спуск. Моя техничка сзади подпукивает.
Так. Этот подъем я помню. О, а, подожди, подожди, я ж не знал. Пусть уверен, что я первый. Ну, наверное, это не так. Вернее, точно не так. Как-то я еду. Опа. Я тут дальше упаду. Будет этот, как его? Бля, как там назывался через руль? Бля, руки забились вообще. Ё-моё. Это ж микроручей. Я помню этот ручеек. Я, наверное, не туда поехал. Я не туда поехал, да? Сюда B1. Едем. Я проеду. А, там. Yeah.
Что? Оп. О, спасибо. Я очень не уверен, что я смогу проехать второй круг. Прыжок, опа, на нейтралке. Молодец, Серега. Ух ты. Насколько они быстрее едут, чем я. Эти Б3. Я буду аккуратненько. Давай поднимем просто. Ой, 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 ой. Хороший блок, прям на ногу. Бретелька расстегнулась. Спасибо. О, наверное, мне надо Руслана в ангел-хранители. Где там этот финиш?
Хорошие боты. Ребята, вторая под гору.
Можно же сделать вывод. Что? Можно же сделать вывод, что я в беде, типа. А друг всегда поможет в беде. Попытка. Бля, не заводится на передаче цель. А? Thank you.
Спасибо. Бля, выбзда, как это тяжело, выбзда, охерели. Только на нейтралке заводится.